Тем со spunem așa din politicienii sunt foarte puțini. Să fie într-adevăr cinstiți, dem e o criză la noi. Уже ни новому, ни старому, никому не верю. Между нами, как вы знаете, проходит такая вот нехорошая власть. Ну, мы надеемся на лучшее. Я думаю, что будет все хорошо. Сколько билетов? Не знаю. Я первый раз иду сейчас вот это вот. Это же первые выборы, которые вот... Ну, я сейчас прочитаю, конечно, я буду сориентируюсь, я, конечно, проголосую. Россия нам всегда помогала и в прошлом, в СССР, и в настоящем пытается помочь. А то, что сейчас происходит, это ненормально, чтобы вот присоединиться к Румынии. Noi dorim ca să avem niște oameni gospodari, harnici, vrednici, numai ca să nu ne amăjească, să ne dea ce se cade. Pace și liniște. Și vă mulțumim. Мы рады то, что мы проголосовали, и надеемся на то, что будет так, как народ хочет. Есть тревожности о том, что как бы, чтобы сами выборы прошли честно. Мирно, чтобы было в нашей Молдове. Проблем много у нас. Проблемы с дорогами, с жильем, с молодым семьям. Негде жить. Стремимся мы в Европу, это очень хорошо. Наши сегодня работают там большинство молодежи, можем сказать. Стремимся, но у нас менталитет далеко не тот. Далеко не тот. Желаем, чтобы выборы прошли с первого тура. Не дай бог, чтобы не повторился. То, что финансов у нас нет в государстве. А один кандидат не сделает дороги. Это местная власть, они должны работать едино, в едином направлении, они как лебеди, рак и щука. И в парламенте, и везде. Пока не будет единая концепция, единая стратегия развития, и за что все должны бороться, то когда будет результат? А так... Чем меньше это паразитов, тем проще. Ну, должно быть решение, а то у нас как лебедь, рак и щука. Толком ничего не поймешь. Кто за что борется и отстаивает. Для джунгла отец, кто он портфель около. А вы ворсабат пил. А что и молдовано. Да, для пиорма. Сомбатаж, сомбатут, каша русу. Игре. Главное, чтобы был мир и между нами дружба. Переход депутата с одной, например, партии на другой карался бы какими-либо последствиями. Тогда бы они не прыгали с точки на точку. Если ты голосуешь за одного человека, а потом он меняет свою маску и становится другим, но это не дело, я думаю. Да. Мы гагаузы, что было государство, что он жилось хорошо. Мы самые красивые, самые умные. В такой прекрасной стране, но мы должны жить лучше. И новый парламент, и я, вот мое мнение, я считаю, что мы не должна быть Молдова парламентской. Она должна быть президентской. Один человек лично. Вот мы берем пример всегда с Беларуси. Вы посмотрите, он не развалил страну. Он не продал ни одно предприятие.
он берет ответственность за всю страну. Вот пошел он, и 4 года это мало. Президент должен быть минимум на 7 лет. Уже ни новому, ни старому, никому не верю, потому что ничего не меняется. Выборы происходят, но ничего не меняется. Как люди жили бедно, так и живут. Зарплаты какие были мизерные, такие они и есть. Парламент это ультиман факи, фак бини фак. Да тут уж 3 анди зили се потеют до полокур функции с идеи фатули им парцов. А что тем кис фак, как промитет тетану, да. Ну, но то дело, си промит фак. Я спер, ка че каре ну ау са ну ши деплес функциили он парламент са фи дас жос. Аста, fie dreptate în țară, că e foarte mare, să spunem așa, corupție. Schimbe medicina, aș dori, adică în sens că medicii se comportă mai bine cu populația. Noi vrem tineretul, deci categoria noastră de vârstă, să putem să trăim în țara asta, să activăm. Să activăm liber, să avem libertatea cuvântului, libertatea mișcării și să nu fim manipulați și strangulați într-o oricare măsură de conducerea nouă.